Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы высказать самые добрые пожелания и поздравления жителям республики с знаменательным событием – Днем защитников Отечества. Сегодня следует отметить, что республикой внесен значимый вклад в защиту Отечества и не только вклад ветеранов республики, хотя он определяющий, значимый, и мы преклоняем головы перед ветеранами республики. Но сегодня и в целом отношение жителей республики к вопросам защиты Отечества, патриотическому движению очень велико, и в отдельных вопросах республика идет вперед, показывает пример всей России. Мы вместе сегодня радуемся успехам Министерства обороны, возглавляемым нашим земляком Сергеем Кожугетовичем Шойгу. И действительно, результаты впечатляющие. И в повышении боеготовности основного министерства, стоящего на рубеже защиты Отечества. И в вопросах социально-бытового характера. И весь круг вопросов, который охватывает деятельность Министерства обороны сегодня. Надеюсь, что в будущем мы с вами с гордостью будем говорить о ветеранском сообществе, с гордостью будем говорить о тех людях, кто вносит вклад в дело защиты Отечества. И это будет одним из главных приоритетов воспитания нашего будущего поколения. Еще раз с праздником. Спасибо.